Здорово. Сегодня у нас будет очень эффектный фокус с картами, который называется «Нереальный контроль». На самом деле было у меня на канале 2 дня назад обучение этому фокусу, но то была версия, скрепленная колодой. Она намного чище, она не потребует никакой от вас подготовки, просто сдаете зрителю перетасовать карты и понеслась. Это же версия с обычной колодой, но вам нужна подготовка, вы перед началом фокуса не отдаете перетасовать колоду. В этом есть минус. Подготовка очень большая, сразу так при зрителе не подготовишься. Ну а давайте мы сейчас обучимся. Итак, первым делом мы берем любую масть из колоды. Я, например, выбрал пик. И мы выбираем все карты пик и укомплектовываем их следующим образом. Кладем на стол туз, двойку, тройку, четверку, пятерку и так аж до короля. Эти все карты мы укомплектовали по порядку. То есть вот наш туз сверху. И это мы кладем сверху колоды. Перевернули колоду и отсчитываем ровно 11 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот эту вот стопочку мы кладем сверху. Теперь у нас получается 11 случайных карт сверху колоды и еще наши заранее укомплектованные десяточки пик, все карты. Итак, мы готовы показывать фокус. Теперь идет следующее. Мы попросим зрителя разделить колоду приблизительно на равные 3 стопочки. Вот, например, 1, 2 и 3. Как бы зритель не подснимал, но на самом деле, если делать действительно приблизительно равные стопочки, то в центре у нас получится какая-нибудь карта, но пик. Мы все время акцентируем внимание то, что здесь мы могли запомнить нижнюю карту, здесь мы могли запомнить верхнюю карту, но здесь мы не могли с центра точно никак предсказать. Поэтому мы попросим зрителя запомнить эту карту, он ее запоминает и засовывает куда-нибудь в центр этой стопочки. И потом это все перетасовывает. Хорошенько перетасовал, к примеру, и все. У нас есть 9 пик, но мы ее не знаем. Далее, что мы делаем? У нас получается вот эта вот верхняя стопочка, верхняя карта. И мы теперь попросим зрителя перетасовать эту стопочку полностью. Чтобы мы не запомнили верхнюю карту, теперь он ее кладет и запоминает вот эту вот карту верхнюю. После перетасованной, понятное дело. Это у нас король крести. Он ее кладет, но теперь не подснимает. И мы теперь переходим уже к третьей стопочке. Эта стопка, вот была нижняя карта, мы ее могли запомнить, поэтому мы просим зрителя еще перетасовать. То есть получается у нас есть 2 стопочки, здесь 1 карта зрителя, вот она сверху лежит, и здесь у нас лежит всего лишь 1 карта зрителя. Все остальное мы не знаем. И как же все-таки мы должны это все найти? Смотрите, мы берем вот эту стопочку и кладем сверху. И теперь центральной мы накрываем все остальное. У нас есть действительно полностью перетасованная колода карт. И как же теперь показывать фокус? Давайте мы сейчас посмотрим. Мы берем колоду и не открываем с самого начала, а сразу открываем приблизительно 20 первых карт, если смотреть с рубашки. Если смотреть с лиц, то, понятное дело, это будут последние 20 карт. И мы смотрим самую маленькую карту пик. То есть мы видим из последних 20 карт, самая маленькая, то, что мы запоминали, девятка. Это и будет карта зрителя. Это все на самом деле очень просто. Если вы посмотрите это видео пару раз, вы поймете. Если вы повторите за мной, вы поймете, почему так. Потому что мы зритель разделил именно на этих картах, на пик картах, которые мы заранее заготовили. Он разделил, и получается, вот эта вот 1 карта будет самая маленькая из всех оставшихся. То есть, если, например, у вас попадется король, значит, это будет король, карта зрителя, и больше никаких рядом не будет. Ну, а так мы выбираем самую маленькую. Мы видим 10, 9, валет, дама и король. Значит, 9 – это карта зрителя. Теперь мы переправляем наверх. Как это делается? Мы берем даму, и вот этими вот пальцами нашими просто затягиваем нашу девятку, и все остальное задвигаем. Получается у нас девяточка сверху. Но теперь очень важная схема. Если у нас у зрителя выпала девятка, то мы должны
к десятке добавить девятку. Смотрите внимательно. Я сейчас отсчитываю 19 карт, и будет 19-я карта, карта зрителя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, и вот 19-я карта. Это та карта, которую запомнил зритель. Если вы ее не помните, можете отмотать, посмотреть. Именно она. Почему так получается? Это все от тех карт, которые мы до этого заготавливали. Это все так получается круто, математически складывается, что вот, если у нас, например, попалась вот здесь карта зрителя девятка, мы к десятке добавляем 9. Если бы у нас, например, попалась десятка, то мы к десятке добавляли 10. Откуда берется 10? Это стих заранее заготовленных карт наших. Теперь, например, попадется валет, мы добавляем 11. Попадется дама, добавляем 12. И король 13. Понятное дело, туз добавляем как 1, а остальное все соответственно. 2, 2, 3, 3 и так далее. То есть мы взяли, увидели карту зрителя 9, 10 плюс 9. И отсчитываем 19 карт. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, и вот карта зрителя. Понятное дело, в это время мы зрителю рассказываем, какой он молодец, как он перетасовывал каждую стопочку, и точно так же мы это все контролируем. То есть мы сейчас берем нашего короля и вот так вот перевели наверх колоды. Все, мы сделали самое тяжелое. Теперь все на самом деле простая техника. Вот так вот. Зрителю сам перетасовывал абсолютно все. Да, так оно и есть. Но мы находим его две карты, и теперь они находятся сверху колоды. Значит, первое, что нам нужно, проявление первой карты зрителя. Просим его выбрать любое число между 5 и 10. Вот, например, мы слистываем карты, и теперь наша задача сверху одной из карт зрителя целых 6 карт налистать. То есть мы берем просто так вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И все остальное мы слистываем под низ колоды. То есть теперь у нас идет 6 случайных карт, далее 2 карты зрителя. И теперь зритель говорит любое число, которое находится между 5 и 10. Вот давайте, например, он скажет число 8. Если он говорит число 8, в этом случае мы делаем следующее слистывание. То есть для каждого его числа будет отдельное слистывание. Если он говорит 8, мы слистываем по 2 карты. Раз, две карты. 2, 3 и 4. То есть это у нас получается 8 карт, и вот первая карта зрителя. Она готова. Мы ее откладываем в сторону, это все мы складываем наверх. И вот, пожалуйста, вторая карта зрителя уже готова к второму проявлению. Хорошо, если он говорит число 7. Число 7 – это самое простое. Мы просто берем и слистываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и первая карта зрителя. Дальше у нас идет девяточка. Если зритель говорит 6, здесь уже немножко нужно поманипулировать. Вы просто возьмете и одну карту переправите на низ. То есть вы скажете, мы сейчас подснимем, и я постараюсь найти вашу карту. Вот я сейчас буду слистывать, и мы слистываем. 1, 2, 3, 4, 5 и карта зрителя 6. Если же он скажет 9, тогда точно такое же слистывание, как с восьмеркой, только по 3 карты. Мы берем 3 карты 1, мы берем 3 карты 2, мы берем 3 карты 3. И вот мы показываем верхнюю карту, хотя она, по идее, должна быть вообще другая. Вот эти вот карты мы все слистываем, показали зрителю короля и отложили в сторону. Это первая карта его. Далее у нас сверху колоды идет девяточка, и она уже готова к второму проявлению. Отдаем зрителю колоду. Но, я забыл сказать, обязательно при том, когда мы будем слистывать, нужно щелкнуть пальцем. Это будет такой вот ход, очень прекрасный ход, когда мы во второй раз забудем как бы щелкнуть пальцем, потом мы вдруг щелкаем и все получается. То есть, когда мы делаем первую карту, когда мы должны были короля проявить, тогда мы обязательно щелкаем пальцем. И теперь давайте делаем так. Отдаем колоду зрителю. Он, понятное дело, загадывает любое число от 1 до 52. Например, давайте 13. И вот он начинает слистывать. Мы уже во второй раз не щелкаем. Он слистывает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И эту карту он откладывает в сторону.
Понятное дело, все его внимание на этой карте, вот этот, который здесь. Мы просто берем в наглую вот эти все карты и кладем сверху колоды. Но на самом-то деле вот наша девятка. И она сейчас уже находится на той позиции практически, на которой она должна быть. Это 13-я. Она сейчас находится на 12-й позиции, зритель смотрит на карту, не его. И потом вы включаете игру и говорите: «Ой, я забыл щелкнуть пальцем!» Раз, и все, отсчитывай теперь. И теперь уже карта была 12-я, мы положили та, которая не вышла, сверху, и теперь карта зрителя 13-я. И мы считываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12 и карта зрителя. Вот такой вот был фокус. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, подробно объяснил. Кто не понял, перемотали обратно. Повторяем все за мной. И спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.